Сегодня грудь и бицепс. Воскресенье, утро, 10 утра, народу мало, хорошо, приятно. А что делаете вы? Смотрите на YouTube-канале два последних ролика, очень интересных. Один от Елены, которой уже 44 года. Посмотрите, какой она в прекрасной форме. Подтягивается, отжимается от брусьев. Не в гравитроне, на турнике и на брусьях. Приседает, делает тяги. И вышел ролик очередной, специально для девчонок, о второй фазе менструального цикла. Как питаться, тренироваться, каким следовать рекомендациям для того, чтобы все делать грамотно. А у меня очередной подход уже еще не рабочий, но уже и не разминочный. Никогда, друзья, если мы говорим с вами о обычном тренинге, не о тренинге на промежуточные мышечные волокна, не работайте, чтобы вас задавило, забаранило. Работа в отказ – это немножко другая работа. Выполняется она совершенно по-другому. Посмотрите мой предыдущий эфир, он еще 24 часа сохранится. Это значит, что если у меня запланировано, я сейчас говорю о массонаборной программе, 8-10 повторений, то это значит, что я сделаю заданное количество повторений, к примеру, 10. А 11-е, если бы я его захотел сделать, оно бы меня задавило. Вот это правильная работа в отказ. На силу нужно останавливаться еще даже до этого момента. Не забывайте, что отказ убивает силу. Об этом знают все грамотные силовики планеты. И если ты какой-то малолетний дурачок с канала, не с нашего канала, то оставь свое мнение при себе, потому что оно не имеет никакого значения, просто как пук в воздух. Вот так нашу речь узнают всегда и везде.
вот что значит программирование, да? Сказал 10 повторений, 11 будет отказным. Так и получилось в жизни. Друзья, верьте всегда только в позитивные предсказания. Ни во что другое никогда не верим и не воспринимаем. Потому что это, хотим мы того или нет, может сыграть с нами злую шутку. Вы можете послушать какое-нибудь нехорошее высказывание, предсказание, даже просто почитать негативный гороскоп. И даже если вы это не верите, это отложится в подсознании и потом выльется в жизнь. Никогда не слушаем никого, кто несет в себе, неважно что, но только не позитив. В вашей жизни есть только позитив, есть только успех, вы все можете, вы станете самым большим, самым сильным, богатым, здоровым, и при этом не надо становиться плохим человеком. А меня ждет еще один рабочий подход. Обычно я всегда отдыхаю, ориентируясь на свое дыхание, на сердце. Как только чувствую, что восстановилось, сразу стараюсь идти работать. Во всех абсолютно тренировках, за исключением, когда мы с вами тренируем окислительные мышечные волокна. Там вы все прекрасно знаете, мы ограничены временем, под нагрузкой и временем между подходами. Это основной фактор и то, на что следует ориентироваться, когда вы тренируете окислительные мышечные волокна. Ух! Я разобрал здесь уже. Оставь, там тоже разберу. Тяжко, друзья. Это был заключительный подход. Меня еще ждут брусья. А вам всем желаю хорошего, приятного вечера. Обратили внимание? Я сделал заданное количество повторений. Почувствовал, что следующее повторение, в данном случае 9-е, было бы отказным, забаранило меня. И я что сделал? Я поработал в негативе. Сохраняя напряжение в грудных мышцах, я растягивал их, то есть опустил гантели в нижнюю точку, но не стал их поднимать, потому что я не смог бы этого сделать и свел бы на нет процесс сегодняшней тренировки. Друзья, спасибо, что смотрите. Увидимся в следующий раз.